Продолжаем между бороздками. Бороздка. Следим, чтобы захватывать обе нити. И последнее. Бороздка, дальняя дужка и последний ряд. Не останавливаемся, а продолжаем обвязывать верхний клапан. И здесь надо контролировать натяжение нити, чтобы ни в коем случае не стянуть. Провязали несколько петель и проверяем. Дальняя дужка и соединительная петля, тамбурный шов. Обвязываем таким образом клапан. Проверяем. Круг лежит ровно, не стянутый. Продолжаем.